Всем здоров, с вами как обычно Айсфрог и как обычно игра в Need for Speed Most Wanted. Напомню, в том выпуске я выиграл барона, 10-й по счету босс, кажется 10-й, да. Забрал у него машину и покрасил, поставил пару новых деталей. Но машина то, что надо. Думаю, трудностей с этим боссом, который сейчас будет, не составит. Это Эрл. Он 9-й. Ну, пожалуй, начнем. Начнем с гона, как обычно. Начнем. Так, что тут есть? Круг на вылет. Радар. Ну, начнем с круга. Ну, сейчас видео выходит нерегулярно, потому что у нас проблемы с Фанни. Что, извините. Если будете смотреть, будет по 10 просмотров на видео набираться, мы будем регулярно. Так, просмотров мало, мы сейчас не напрягаемся. У нас проблемы. Пожалуй, начнем. Да, тут уже машины помощнее, конечно, будут. Тоже второй. Первый. Ну, эта гонка составит мне трудности. Я чуть не врезался, потерял лидерство. Это первый, опять по срезу. Самый умный. Так. Еще первый. Да еще ж такое. Это был фейл. Я последний. Залетаем. Ну ничего, думаю. Круг у нас еще есть, наверстаем. Я уже третий. А я еще перед финишем на первом круге первым оказался. Вот так вот. Так вот, у них там заминка. У меня есть фора. Надо воспользоваться ей. Опять что-то не врезался. Так, дорога змейка. Так. Опять их не хожу в этот поворот. Да что ж такое? Хорошо, что вот зашел. Главное не потерять лидерство. Взлетаем.
все, на выход. Первая гонка есть. Второй канал, внимание, поступили жалобы на превышение скорости. Так, принтер уже 5 гонок берет. Толбут. Пожалуйста, этот толбут сразу. Начнем. Сейчас старт. Начнем. Что себе 6 точек. Нужно поднажать. Первая точка прошел, у меня есть минут, не меньше. 5 секунд. Да шо ж такое, бляха, муха. Так, половина трассы уже почти проехала, все хорошо. Трудностей не было, нормально. Четвертый тест, есть тест 2. Вот, пост, следующий финиш. Есть минута. Ой-ой-ой, было ехать прямо. Ой-ой-ой, что-то я запорол. 30 секунд осталось, не думаю успеть.
красиво сфотографировали. СМС-очка. Отличная гонка. Ты видел морду Рейзера? Я видела. Мне понравилось. А когда попадешь в Рокпорт, он вообще скиснет. Угу. Мне нужно попасть в Рокпорт. Ну мы это сделаем. Так, что у нас тут еще есть? Драх. Попробуй драх. Начнем. Прекрасно. Ну, хорошо. Машина нет. Ой-ой-ой. Да ебать, калаврат, ебанулся. Пиздец. Я в шоке, это пиздец, товарищи, рестарт. Оу, фак! Ебать копать, я в шоке, пиздец, это будет долго. Ничего. Классный старт. Нормально. Ебаный ты в рот. Пиздец. Короче, я скоро вернусь. Сейчас я пройду. Да, ребята, я прошел. Это была четвертая попытка. Вот так вот. Ну, главное, что я прошел. Еще одну гонку. Сколько я уже сыграл? Три. Еще две осталось. Радар. Круг. Толбут. Пожалуй, еще сыграю Толбут. Круг, сколько? Три круга, ничего себе. Радар еще есть у нас. Пожалуй, у нас еще радар сыграю. Не пробовал еще радар с этим ботом. Это будет не гонка, а месиво. Ну, где первый радар? На, я пока не скучу. Угу. Лучше. Посадь, насадь. 147, 155. Да. Я уже в открыт. Я все равно первый. Мне это радует. Вот следующий радар. Одно жмем. 151. Нужно лучше.
эта трасса уже проехала. Я спокойно отрежу, что нам теперь прихочу первым на финише. Если я ухожу. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, немножко отстал, но я все равно первый. Фух, непростая гонка была. Непростая, что сказать. 4 гонки я уже выиграл, осталась одна. Они сильно долгие. Трассы и один пост. Это что-то не то. Oh,
Так, последняя точка, как будет произойти. Ой-ой-ой, как так можно было врезаться? Давно не играл просто. Мастера, конечно, не дают. Все, сосни голубца. Теперь сосики от погоды. Думаю, трудности не составят. Или составят все. Их уже трое. Сейчас я пройду испытание на время или нет. А нет, надо пикать за это время, надо уходить. Я нарвался, я серьезно, конечно. Что ж это не такое? Электроночка. Внимание всем! В момент потери контакта код 6 следовал назад, мимо Хорна. Отцепляйте указанный район. Передаю вызов на пост 3. 10-4, диспетчер, я Чарли 3. Нужна поддержка воздуха. Район слишком велик. Диспетчер, это Браво 2-2. Тут дресс-код из мест и сбитых дорожных знаков. Посмотрим, куда он нас приведет. Есть. Прошел я. Под одно испытание есть. Да, одно испытание есть. 42 000. Нормально. Так. Ты, наверное, уже считаешь себя королем? Ну, на всякого короля найдется гильотина. Особенно если палачу хорошо заплатят. Мне нравится играть с тобой. Угу. Трик, когда тебя машину заберу, не плачь, потом. Так, ну или 790 000 у нас такой сотник, ну ничего, ну давай. Следующий, на этот выпуск в этом хватит, я так прошел 5 гонок, 1 миль, в следующем заработаем награду, пройдем все мили, ну все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, смотрите, комментируйте.
Всем пока, с вами был Ice Frog.